В Санкт-Петербурге военный суд огласил приговор террористическому агитатору. Худайдот Хакимов получил 8 лет. 3 из них он проведет в самых суровых условиях в тюрьме. Остальной срок в колонии строгого режима за содействие террористической деятельности. Хакимов приехал в Санкт-Петербург из Таджикистана. Жил с земляками на проспекте Стачек. Все исповедовали радикальный ислам. Летом 2020-го их задержали сотрудники ФСБ. Установили, что фигуранты хотели отправиться в Сирию, чтобы примкнуть к боевикам. Но перед этим планировали напасть на полицейских в Санкт-Петербурге. А если не получится, совершить массовое убийство простых горожан. Суд установил, что именно Хакимов склонял приятелей к этому. Вину мужчина признал.